1800 году все было совсем не таким. Ножки у женщин были маленькими, талии тонкими, локоны воздушными. Мужчины влюблялись в краешек туфли, выставленные из-под платья. Женщины – красавицы, мужчины – храбрецы и герои, а весь мир – новый. Мужчины стрелялись из-за платочков и записок, курьеры, сломя голову, разносили срочные новости. Вечера были неспешными, платья длинными, бои рукопашными, полководцы великими. Вокруг витал запах романтики и пороха. Смотрите на телеканале «Беларусь-4» сериал «Адъютанты любви».